Hozirgina O'zbekiston Superligasi 2-turi doirasidagi Bunyodkor Paxtakor uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Biz o'yindan so'ngi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab sizlar bilan muloqotda mehmon jamoa vakillari qatnashadi. Demak, jamoa bosh murabbiyi Shota Yustinovich Argaladze hamda jamoa yarim himoyachisi Jaloliddin Masharipov. Ваша оценка к сегодняшней игре? Если смотря на игру, думаю, что мы очень хорошую игру показали. Было у нас очень много моментов. Ну, к сожалению, в футболе тот, который лучше играет, иногда не получает ничего. Так и получилось у нас. Мы играли лучше, чем наш противник. Думаю, 90 минут мы и доминировали, но, к сожалению, проиграли игру. В целом всегда табло. Все смотрят и очки считаются, но если посмотрим на игру, я действительно могу аплодировать моей команде. Jaloliddin, bugungi o'yinga baho. Yo, aytganlar hammasi to'g'ri deb o'ylayman. Bolalar yaxshi harakat qildi. Menimcha bular meni yutqizishga noloyiq edi deb o'ylayman. Shu o'zimizni imkoniyatlarimizdan foydalana olmadik. Keyingi o'yinlarda harakat qilamiz. Я с ним бурно осуждал что-нибудь. Я не думаю, что я с кем-то бурно обсуждал что-нибудь. Наоборот, если не правильно, если правильно помню, даже его поцеловал, перед, когда я его заменил. Это после того, чтобы он, я думал, что мы больше сделаем передач в штрафной, и Тиаго больше активен головой. И только это было, значит, вина того, чтобы это тактическая замена. Когда больше нападающих играют головой, когда слева-справа больше подают. Это и все. Другой причины не было. Это хорошее мнение. И это то, что вы рассказываете про футбол. Это и называется футбол. Иногда кто-то когда-то сделает лишнее касание или меньшее касание. Это и различается иногда. Один футболист с другим. Так что мы работаем. Это начало сезона. У нас было много моментов. Физически, думаю, все хорошо. Тоже сама игра, по-моему, зрителям тоже понравилась. Ну, не получилось у нас то, что должно быть. И это очень обидно после такой хорошей игры. Столько моментов и не реализовать. Но то, что вы говорить, это и называется, что иногда кто-то устает, иногда кто-то поздно выйдет. И над этим, конечно, работаем, но это тот, который играет в футбол. Как я всегда люблю говорить, у меня джойстика нет в руках, я не играю. Я стараюсь показать ребятам, как правильно, и чтобы они были уверены. Уверены в том, что они могут этого делать, и я уверен, что они могут это делать. Начнем с того, что мы... Самое сложное в футболе – это забить гол. Наверное, об этом не спорят. Правильно? Так что мы работаем. Работаем индивидуально тоже после тренировок. Остаются нападающие, работают. Самое сложное – это забивать гол. Кто хорошо забивает и больше забивает, он, конечно, всегда выигрывает. Если посмотреть на статистику, у нас атакующая команда, мы много забиваем, но получается так, что есть у нас игры, они очень мало, где мы практически гола не забыли. Нет такой игры, но можно, наверное, третья игра, я как помню, когда мы не забили гол, плюс не забили пенальти. Что касается самого пенальти, это тот момент, когда кто-то уверен. И Джесур, он это хорошо делает, он умеет пробивать пенальти, но сейчас сравнить кого-то, я, наверное, не ошибусь, если вы все помните, в прошлом году Месси, по-моему, 5 пенальти не реализовал. Так что это эмоции, это то, что тот момент надо быть готовым. Тиаго тоже хотел пробить, в прошлом году он не смог.